Всем привет! В сегодняшнем посте расскажу вам про автолюльку. Мы про нее уже писали пост, но сегодня она будет дополнена вот такой вот базой. Зачем эта база нужна? Стоит ли тратить деньги на ее покупку? И что вы получаете от использования этой базы? Итак, данная база предназначена для жесткой, надежной фиксации автолюльки. То есть, несмотря на то, что заводом предусмотрена фиксация штатным ремнем безопасности, встроены специальные устройства, но для частой повседневной эксплуатации маме, да еще и с ребенком в кресле, порой неудобно вытаскивать ремень, проводить его через специальные направляющие. Это отнимает время, особенно когда зимнее время, очень неудобно. Данная база не только облегчает процесс фиксации кресла в автомобиле, но она оснащена дополнительными системами безопасности, которые делают кресло более надежно зафиксированным. Итак, что мы здесь имеем? Фиксатор с упором в пол. Регулируется под высоту кресла практически любого автомобиля. Обратите внимание вот на такие зеленые индикаторы, которые показывают, что вы установили данный элемент правильно. База оснащена встроенными системами Isofix. Если ваш автомобиль оборудован скобами Isofix, вы можете жестко подключить эти скобы и зафиксировать базу на сиденье автомобиля. Автолюлька перевозится только против хода движения, поэтому ставим ее вот таким вот образом. И обратите внимание, как просто. Еще момент. Здесь тоже есть индикатор того, что люлька не зафиксирована. Когда она устанавливается на базу, индикатор меняется. Он становится зеленым, тоже показывая, что вы пристегнули люльку правильно, что она надежно зафиксирована, никуда не денется. Таким образом, фиксация люльки в салоне автомобиля превращает это в действие в секунду, один щелчок, и все готово. Точно так же, когда вы хотите снять люльку, нажимаете просто кнопочку и просто снимаете ее. Все очень просто и легко.